Над туристическим брендом Хакасии могут подумать все жители республики. Напомню, в конце сентября презентована тестовая версия московского дизайнера. Однако иллюстрация и слоган вызвали у жителей Хакасии и СМИ много вопросов. Туринфоцентр решил продлить конкурс и предлагает присылать свои варианты на адрес электронной почты, которая указана на экране. Заявки принимают до 12 октября. Все они будут обработаны и опубликованы на портале правительства региона, где в течение нескольких дней можно будет отдать голос за понравившуюся идею. Концепция, набравшая большее количество голосов, и станет брендбуком нашей республики.